Ну что, поздравляю вас с победой. Скажите, как после достаточно обидного поражения в первом туре справились? С каким настроением сегодня выходили? Ну, мы прошлую игру вели вот хорошо очень. И потом мы расслабились в этот момент. Вот за полторы, за две минуты буквально мы слили матч. Ну, нам очень обидно было. И на этот матч мы достаточно серьезно собрались. Мы всю неделю готовились к этому матчу. Думали только о нем. И собрались, и всеми силами выложились. Показали свою игру и выиграли. Сегодня мы более организованно подошли к нашей игре. Не было, как обычно, каких-то споров. Просто целую неделю настраивались, и вот вышел результат. Но, тем не менее, соперник оказался не из простых. Как считаете, почему в первом тайме не удалось открыть счет? Ну, в первом тайме мы более настраивались, смотрели, соперников изучали, так скажем. Во втором тайме мы уже поняли, как играет соперник. Мы играли вторым номером. Обычно мы любим играть первым номером. На эту игру мы собрались, поняли, рассчитали все силы и сыграли вторым номером. И выиграли, забили свои мячи. Как считаете, ваш сухой результат вашего вратаря – это заслуга обороны или есть какие-то, может быть, недочеты в реализации противника? Ну, у нас вратарь сделал свою игру, так скажем, он особо не выделялся, вот. Но оборона у нас очень хорошо слаженно сыграла. Вот я хочу отметить вратаря вот соперника, он достаточно хорошо играл. Мы очень много не могли мячей забить. Счет намного больше должен был быть. Ну, я могу похвалить нашего вратаря в конце матча. Несколько важных выходов он сделал и несколько важных сейфов все-таки он совершил, когда уже, в принципе, никто не мог помочь.